Ты чего вздыхаешь весь день? Эх, вот почему у улиток нету крыльев? Ха, какая глупость, улитки не летают. Алиса, а вот ты почему не летаешь? Ведь летать это так здорово. А зачем мне летать? Нас и здесь неплохо кормят. Да и волнистые попугайчики водятся только в Австралии. А где эта Австралия? Очень далеко, туда лететь нужно. Вот если бы у меня были крылья, тогда бы я весь мир облетел. Ну, если тебе так интересны полеты, давай заглянем в книжку. Ах, какие крылья! Вот бы и мне такие же! Да, без крыльев птица не птица. Полет для птицы – это очень важно. Так мы ищем себе еду, спасаемся от хищников и мигрируем. Мигрируете? Улетаем в теплые края. В Башкирии зима суровая, холодная, еды мало. И некоторые птицы улетают на юг, чтобы потом вернуться обратно на родину. Эти птицы называются перелетными. И ты тоже улетишь на юг? Ха, нет, конечно. Но есть грачи, скворцы, ласточки, журавли, утки, лебеди и другие птицы, которые на юг полетят. Как интересно. А еще птицы бывают? Ну, например, оседлые. Это те, что зимуют в родных местах. Они могут добыть себе пропитание в зимнюю стужу. К ним относятся воробьи, голуби, вороны, дятлы, глухари, совы. А снегири? Они ведь только зимой появляются. Они что, улетают на север? Ха-ха-ха, насмешила. Просто снегири относятся к кочующим птицам. Они покидают места, где они обитают летом, и улетают на относительно небольшие расстояния. Они могут кочевать из северных областей страны в южные и перебираться из леса в город, в весенний период, если лесного корма становится недостаточно. Алиса, ты такая умная, ты так много знаешь. Мне скучно здесь, вот я книжки читаю. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Алиса, у тебя есть знакомые перелетные птицы? Ну, есть одна знакомая утка. В парке Якутова живет. А почему ты спрашиваешь? Да так, есть у меня одна идея.